Добрый вечер, уважаемые гости, уважаемые партнеры нашего вебинара сегодняшнего на тему «Добро пожаловать в Infinii». Я начинаю именно с таких прекрасных слов «Добро пожаловать», чтобы всем, кто начинает или продолжает бизнес здесь с темой электронной коммерции, у всех был успех и очень большой, большое будущее, которое нас всех ждет. Для начала представлюсь, кто меня не знает. Меня зовут Ирина Аронец. Я уже имею многолетний опыт ведения бизнеса в интернете. В частности, я остановила в последнее время свой выбор на Infinii, начиная этот бизнес еще в декабре месяце 2015 года, наблюдая за этой компанией, ее развитие, результаты. И сейчас как раз тот момент, когда очень активно решила заняться, развивать здесь бизнес на постоянной основе. И также приглашаю всех желающих войти в нашу команду и продолжить вместе. Потому что именно вместе с командой мы сможем добиться огромных здесь результатов. Почему Infinii и почему мы останавливаем этот выбор именно на этой компании? И почему вы должны и сами, и людям рассказать, что стоит обратить особое внимание на компанию Infinii, американскую компанию, которая дала возможность и дает возможность людям со всех стран мира работать здесь на постоянной основе, на долгосрочной основе очень много лет, и вы сможете зарабатывать постоянные деньги, увеличивая при этом свой доход. И даже если все компании закроются, в том числе, не дай бог, Infinii, все может быть, то, что вы получите, те знания, которые вы получите в данной компании, вам пригодятся для того, чтобы вы свободно, независимо от никого, ни от какой компании, могли зарабатывать, по крайней мере, хотя бы на таких торговых платформах, монстрах, как eBay, Amazon, Bonanza, Shopify и других, которые уже многие знают и, наверное, все знают, кто хоть как-нибудь, какое-нибудь отношение имеет к интернету. А сейчас уже практически все имеют, и в скором будущем буквально не будет такого человека на Земле, который не будет иметь отношения к интернету. Вот, поэтому Infinii – это именно та козырная карта, с которой мы должны играть сейчас и которой мы должны строить свое будущее на перспективу. Итак, что нам может дать Infinii? Посмотрите, вот я, допустим, вам сейчас на этом слайде показываю те возможности, которые Infinii дает на данный момент и в этом месяце, буквально на следующей неделе, вот продолжит еще следующие возможности. Итак, первое, то, что вы можете здесь делать, это продавать на торговых платформах, которые я уже перечислила, eBay, Amazon, которые имеют просто миллионы или уже, наверное, миллиарды товаров, и любые желающие с разных стран могут покупать эти товары и уже покупают много лет. Поэтому вы можете просто методом дропшиппинга, именно этому обучает компания, себе независимо продавать на этих платформах и зарабатывать свой доход. Просто благодаря обучениям Infinii, очень умным последовательным видеотренингам, которые есть в нашем кабинете, который вам сейчас покажу, вы сможете этому обучиться и легко это делать. Если вы, например, не желаете приглашать людей в бизнес. Это первая возможность для всех. Следующее – это быстрый заработок и пассивный доход в инновационном маркетинг-плане. Компания Infinii создала просто чудесный новый маркетинг-план, который сейчас внедрила с июня месяца, в котором есть особая стратегия. Именно вот этот ход инновационный, холдинг, так называемый, который вам сейчас расскажу и покажу, даст возможность очень легко зарабатывать именно на приглашениях. То есть есть люди, которые не любят приглашать, а есть люди, которые это делают очень легко. И в частности, это мы с вами, все те, которые сейчас, думаю, собрались на этом вебинаре, потому что мы именно эту работу выполняем уже много лет, кто больше, кто меньше в интернете. Мы приглашаем людей в разные компании. Вот это наша простая такая работа. Но на ней мы можем зарабатывать огромные деньги и очень-очень легко. То есть именно в маркетинге вы можете зарабатывать буквально сразу и очень быстро и без особых абсолютно знаний. Только вот придите два раза на вебинар или посмотрите видео, которое уже есть, разберитесь немножко в презентациях,
маркетинге и предлагаете людям. Все, потому что Infinii разработала настолько чудесно возможности, что предоставляет эти возможности для всех, и для тех, которые хотят торговать, и для тех, которые не могут, или не умеют, или не хотят обучаться, или нет времени, или просто не хотят с этим связываться. Это не обязательно. Но есть люди, которым надо показать эту возможность, поэтому мы, допустим, можем выполнять следующую функцию. Мы можем рассказывать об Infinii, как в виде сетевого маркетинга, предлагая купить пакет или лицензию, то есть вход в бизнес, и таким образом мы будем зарабатывать в маркетинг-плане. Очень-очень высокодоходном и очень простом. Следующий доход – это на Marketplace. Именно сейчас стартовал Marketplace. Это особая торговая площадка, платформа Infinii, которую Infinii создала у себя внутри. Что-то может быть похоже на Amazon или eBay, но совершенно-совершенно уникально. Почему? Потому что именно в Marketplace мы уже можем приглашать различных продавцов, поставщиков, которые имеют свои магазины, даже на земле, допустим, но самое главное условие, чтобы они имели свой онлайн-магазин, то есть сайт, на котором они могут выставить или уже выставили, вернее, свои товары, чтобы там была цена и чтобы они могли каким-либо курьером выслать данную продукцию. И тогда они по нашей ссылке, но не ссылке как партнера, а ссылке, которая специально есть для маркетплейса, они регистрируются абсолютно вначале бесплатно на этот маркетплейс, проходят такую небольшую как бы регистрацию, фильтрацию или комиссию от компании Infinii, где специальные служащие, которые на этой теме работают, рассмотрят их товар, их сайт, насколько он качественный и можно ли их допустить к маркетплейсу, и они спокойно могут выставить свой товар, будут иметь внутри свой онлайн-магазин, онлайн-стор, где смогут как витрину в особом дизайне выставить эти товары. И допустим, мы, другие люди, партнеры компании Infinii, которые уже умеют отлично продавать, а таких партнеров, скажем, топ-селлеры, уже 2500 в Infinii, которые очень быстро и очень выгодно могут продать эти товары с выгодой и для данного продавца, и для себя лично. Вот это еще следующий доход, который мы легко можем делать на маркетплейсе. Следующее – это выгода от Marketplace Digital или цифровой Marketplace. Это еще одно дополнение, которое стартует буквально на следующей неделе, через несколько дней, от Infinii. Это уже подготовлен, просто идут дополнительные, как бы последние заключительные работы для того, чтобы выставить для нас эту возможность, для нас ее партнеров. Следующая возможность – источник дохода, которых очень много здесь в компании Infinii, это пассивный доход в программе Signal Forge. Это абсолютно новое, то, что мы тоже очень ждем, и тоже стартует буквально на следующей неделе, через несколько дней, уже полностью готов. Что это такое? Это бинарные опционы. То есть компания Infinii разработала свою программу в виде робота, которая будет нам давать такую возможность при небольшом, я не знаю еще точно, не могу вам сказать, будет ли там дополнительное вложение, скорее всего будет, но может быть на наш выбор. И вы сможете играть и зарабатывать на бирже. То есть здесь будут подключены специально обученные трейдеры, как на многих очень трейдерных площадках работают, это уже всем известно в интернете, многие этим занимаются, зарабатывают большие деньги, да, на бинарных опционах. Так вот, эта программа Signal Forge абсолютно нам даст без особых знаний зарабатывать нам. Просто будут показывать, на какую кнопку нажать и поставить на автомат, и мы будем зарабатывать. Мы можем зарабатывать от 60 до 70% дохода только в программе Signal Forge. Прекрасная возможность для тех, которые не захотят, допустим, обучаться торговле или не могут приглашать партнеров и смогут зарабатывать вот только здесь. Или есть страны, которые, может, не имеют доступа к eBay, скажем, там Украина наша, да,
любимая, она имеет доступ, но она не может вывести деньги с ЭБР, но зато она может продавать на Амазоне. Партнеры, да? Ну, есть еще другие некоторые страны, которые вообще не могут там продавать. Так вот, здесь абсолютно все страны, абсолютно все партнеры, которые желают, смогут легко зарабатывать на Signal Coach. И дальше заработок в коуч-программе для желающих. Тоже открывается такая возможность, уже есть даже такой пакет, который будет оплачивать тех людей, которые будут делать тренинги по торговле и так далее. Допустим, сколько это будет стоить? $150, насколько я знаю, на сегодняшний день. $150 за 6 сессий по полчаса, да, потому что это тоже труд, это тоже знания, которые люди приобретают в процессе своего обучения, в процессе своей деятельности, и это все занимает очень много времени, но тем не менее они могут делиться теперь уже своими знаниями, обучать других, помогать другим и, конечно же, при этом еще дополнительно зарабатывать. Вот такие замечательные возможности, это то, что уже на сегодняшний день для нас открыто. А теперь начнем с первого. Допустим, я вам сказала, да, что мы можем зарабатывать на торговых платформах eBay, Amazon и так далее. Как же мы это будем делать? Абсолютно легко. Даже те люди, которые еще не брали никакого участия в торговле, если они немножечко обучатся тем видеообучением, которое есть в компании, они смогут методом дропшиппинга продавать даже без вложений своих собственных денег. Каким образом? Вот смотрите на примере этого слайда. Вы покупаете на Амазоне, вернее, вы не покупаете, извините, вы копируете готовый уже товар на Амазоне по определенной сумме, которую там выставил данный продавец или поставщик, ну, скажем, продавец, да, и заходите на eBay, переставляете точно такое название, можете чуть-чуть поменять, это все тоже обучает Infinity. Выставляете свою цену, даже, скажем, в 2 раза или в 3 раза дороже, и ваша прибыль за вычетом комиссии, которую берет Amazon, eBay и другие там инстанции, ваша прибыль, скажем, вот здесь $9. У некоторых прибыль может быть на других товарах и 300-400 тысяч долларов за продажу одного товара. И действительно много партнеров это делают, и они делятся своими результатами. Смотрите, например, я сейчас вам покажу в кабинете нашем. Вот это кабинет Infinity, и вот здесь постоянно идет такая лента, информационная лента, которая показывает, делятся партнеры Infinity, которые зарегистрированы в разных группах, которые созданы на Фейсбуке, и они выставляют свои скриншоты и делятся. Вот, посмотрите, буквально это все 2 часа назад, то есть это реальное время, реальные люди, они показывают свой результат продаж. Вот, пожалуйста, следующее, $3000, Рашида, вчера Колин, штат, да, разные штаты, вы этих людей можете даже сами с ними будете познакомитесь, когда будете, или $4000, доход, когда будете уже партнерами, если вы еще не партнеры, Infinity, и сами можете проследить. Или, допустим, я вам покажу, вот здесь группа англоязычная на Фейсбуке, тоже очень много скриншотов выставляет. Вот буквально последний человек выставил свои продажи, да, сколько он заработал, получил $660. Если пройтись по странице, то очень много скриншотов можно увидеть за разные дни. Вот, пожалуйста, наши русскоязычные, да, делятся своими впечатлениями. Впечатлениями от продаж. Екатерина Клокова пишет нам: только с одной продажи и без труда я заработала то, что люди зарабатывают за 2 дня, жарясь на солнце в пыли. Видите, человек сделал методом дропшиппинга, и таких вариантов и результатов очень-очень много, и буквально у некоторых есть продажи и по 20, и по 40, и по 70 продаж за один день, и это совершенно реально, потому что я в этих группах нахожусь уже несколько месяцев, 4-5 месяцев, и я за ними наблюдаю. И это действительно правда. Вот, и этого сможет добиться каждый, кто немножко обучится тем обучением, которые дает Infinity. Кстати, я вам покажу, где находится обучение. Если вы купите один из пакетов, у нас есть пакеты разные, я сейчас покажу. Ну, допустим, самый дешевый – это пакет Prime, $50. Посмотрите, какое количество здесь есть разных уже видеотренингов,
на который вы можете нажать, начиная, советуем мы пошагово, конечно, да, шаг за шагом, и посмотреть это видео, конечно, они на английском языке, но компания позаботилась о том, чтобы перевести их на множество языков, по крайней мере, при помощи субтитров. Вот здесь вы можете нажать, когда откроете видео, на CC и выбрать свой язык. И если вы нажмете русский язык, начнете его смотреть, то у вас здесь будут появляться русские субтитры. И вы, вот видите, и вы сможете обучаться. Вот. Кроме всего прочего, то есть здесь множество очень интересных. Как научиться продавать на eBay, как научиться продавать на Амазоне, как научиться продавать и делать продажи, и что дальше делать, как отправлять продукцию покупателю, да, на Бонанзе. Здесь есть интернациональный мембер-тренинг для нас с вами, для интернациональных партнеров. Есть бонус интернациональные тренинги, вот на разных языках, это уже многие лидеры из разных стран сами делают. То есть компания очень приветствует лидеров, потому что это просто многогранный бизнес, и компания не может все объять необъятное. Поэтому она очень приветствует и поощряет тех людей, которые уже начинают обучать других людей. И здесь вы это все сможете найти, и также мастер-классы. Так, это что касается, значит, как это делать. Поэтому обучаться здесь вы сможете очень легко. Если какие-то трудности будут, ничего страшного, у нас уже есть опытные люди. И, допустим, вот я вам хотела показать группу нашей команды, где у нас есть опытные также люди, вышестоящий спонсор, который имеет большой уже опыт в торговле. И все, кто будет в нашей команде, вы сможете быть в этой группе. И вот смотрите, сколько файлов уже последовательных есть. И вы здесь можете найти, как начать в eBay, например, или Амазоне и так дальше. И будем мы еще загружать постоянно новые файлы и делать время от времени новые тренинги. Также вы в этой группе сможете задавать вопросы, и вам будут отвечать на ваши вопросы, что касается торговли. Все, теперь мы об этом рассказали. И почему именно это очень актуально? Потому что посмотрите на Amazon. Всем известный Amazon, который начал в 1995 году, да, начиная из гаража. В этом гараже человеку пришла такая идея продавать товары в интернете. И вот с этого одного человека, одного, скажем, начинающего товара, насколько вырос Amazon за 20 лет. И сейчас у него свыше 100 миллиардов долларов в продажах. Это просто гигантские достижения. Но, тем не менее, Amazon понадобилось 20 лет. И сейчас его уже знают все. А теперь давайте сравним Amazon и Infinii. Почему сравним? Потому что Infinii и мы, все, кто будем здесь работать, имеем большие преимущества. Смотрите, Амазону понадобилось 5 лет, чтобы достичь более 1 миллиарда долларов в продажах. Конечно, это супер результат, но Infinii понадобилось всего 2,5 года для того, чтобы достичь свыше 2,5 миллиардов долларов в продажах. То есть в 2 раза меньше времени, чтобы достичь в 2 раза больше результат. А почему, как вы думаете? Вот посмотрите, модель Infinii. Потому что, например, Infinii партнеры в eBay заработали в 6 раз больше на eBay, чем просто продавцы, которые не были зарегистрированы в Infinii и не обучались. А на Амазоне в 7 раз больше заработали партнеры Infinii, чем просто продавцы, которые начинали сами по себе, хотя и те тоже прекрасно зарабатывают. Почему? Потому что Infinii дает профессиональное обучение, именно те профессиональные обучения, которые я вам показывала. И не только обучение, оно дает инструменты, при помощи которых вы можете очень легко делать то, что нужно делать правильно. Например, вот здесь, если мы зайдем, есть инструменты, при помощи которых вы можете делать листинги на eBay, выставлять товары. Ну, это уже как бы я погружаюсь в подробности, да. Сейчас не буду об этом, есть специальные тренинги на этом. Вот, смотрите, eBay, Amazon и так дальше. Вы сможете выставлять здесь ваши товары для того, чтобы моментально они поступали в большом количестве на ваши аккаунты eBay, Amazon.
Так как если человек, продавец просто сам делает это вручную, это занимает очень много времени. Некоторые сидят, может, с утра до вечера, чтобы выставить много товара вручную. Потому что чем больше товара вы будете выставлять, тем лучше рейтинг у вас будет на этих торговых площадках, тем быстрее ваши товары будут в поиск выходить, и тем быстрее вы будете их продавать, и выше доход будет. Все это имеет значение. И эти инструменты, если покупать самому, то вам надо будет потратить где-то, может быть, и $500 в месяц, чтобы воспользоваться такой автоматизацией. В Infinii вы это все будете иметь вместе с пакетом. Скажем, $50 оплатили Prime пакет, и эти инструменты тоже будут входить в этот пакет. Поэтому очень многие партнеры, которые здесь давно уже работают, 2,5 года, потому что начинали еще с дочерней компании Domination, которая давала первые основы обучения торговли электронной коммерции, они только за это готовы платить деньги, даже не приглашая никого сюда, просто чтобы использовать эти инструменты и эти обучения. А теперь перейдем к Marketplace. Я вам уже немножечко картину рассказала, да. Сейчас, на данный момент, наша задача какая? То есть здесь возможностей, конечно, будет очень много на маркетплейсе. Мы сможем приглашать сюда, подключать продавцов, поставщиков, и мы сможем продавать их товары и зарабатывать вдвойне, то есть и на продаже их товаров, а им будет выгода из того, что их товары будут иметь новую платформу, новый магазин, и профессиональные обученные партнеры, продавцы, реселлеры, так называемые, да, будут продавать их продукцию, поэтому их продукция будет продаваться еще быстрее, понимаете, какая выгода им. И, конечно, на профессиональном уровне. А для нас выгода, потому что мы сможем и продавать методом дропшиппинга их товары, и выставлять цену, которую мы хотим, еще выше, но не ниже, да, и плюс иметь доход. И также, если вы будете подключать сюда этих продавцов и поставщиков, и даже если вы не будете продавать, будут продавать другие партнеры, скажем, извиняй, то вы будете зарабатывать баллами за каждый проданный товар в маркетинг-план. И это еще плюс дополнительные деньги. Вот, к примеру, такой Infinii Stores, где можно будет оформлять различные страницы для этого товара. А вот так, к примеру, будет выглядеть то, что мы ожидаем сейчас с нетерпением Signal Forge, то есть Binary Options или бинарные опционы, где вы сможете тоже зарабатывать, то, что я вам говорила, от 60 до 70% в минуту дохода на купить или продать одним легким шагом, на автоматику поставить и тот сигнал, который вам даст трейдерская программа. Совсем скоро ждем, не можем дождаться, но уже дождались. Потерпите еще несколько дней, но готовьтесь. Итак, ваша задача. Если вы еще не партнер, выбирайте пакет и заходите. Если вы уже партнер, недавно, может быть, не были активны, значит, поспешите активировать, сделать апгрейд вашего пакета, и тогда вы будете иметь все возможности участия в том, что я вам рассказала в этих источниках дохода. Значит, какие пакеты есть или лицензии мы их еще называем, потому что здесь не только в пакет входит обучение, в пакет входят инструменты, в пакет входят, чем выше пакет, дороже пакет, тем больше возможностей, плюс баллы. Значит, смотрите, теперь мы перейдем к плану вознаграждения постепенно, потому что я хочу вам рассказать о чудесном маркетинг-плане, в котором очень легко зарабатывать, и начинаем именно с него, чтобы не терять зря время и сразу, по крайней мере, быстро отбить свои вложенные деньги. Это наша главная задача, первый шаг. И вторая – начинать быстро повышать свой доход, пока вы там будете обучаться, если вы хотите стать торговцем или что-то еще, потому что материала много, надо на все время. Да? А в маркетинге очень легко сразу можно зарабатывать деньги, не теряя ни времени, ни ваших затрат. Итак, смотрите, пакет Prime стоит 49,95 в месяц, и имеет он 50 валюм, да, то есть один к одному, скажем, один валюм или один бонус поинт, как хотите так называйте, стоит $1. Это все и нам идет в маркетинг. Пакет Search 149,95 или $150 и 150 валюм.
Excel 399 долларов 95 и 400 валюм. Есть еще такая возможность, сейчас она открылась. Можно купить пакеты, данные пакеты, сразу оплатить на 3, на 6 или на 12 месяцев вперед. Если кто-то из ваших партнеров или вы сами это захотите сделать, это тоже очень выгодно, потому что сразу вы, во-первых, откроется больше возможностей для тех людей, которые хотят торговать, скажем, там есть больше возможностей, но также больше баллов и сразу вот этот первый бонус, который вам покажу, вам начислят моментально, и таким образом вы сможете повысить быстро ваш ранг. Итак, смотрите, что еще важное для тех партнеров, которые, допустим, давно зашли, но не могут оплатить, потому что проблемы с картой или еще что-то. Здесь у нас проплаты сейчас уже из по карте Visa или MasterCard, вот видите на данном слайде. И также уже добавлено Payza, в частности для наших стран, которые кто-то не мог где-то проплатиться, да. Вы можете спокойно теперь себе получить, сделать аккаунт на Payza, если у вас еще нет, завести туда деньги любым образом или с карты, или через обменники, подготовить нужную сумму и после регистрации, или же если вы уже партнер, смотрите, как вы можете это оплатить. Да, сейчас я зайду сюда. Значит, для тех, кто немножко не знает или не понимает, как это можно делать, или сразу после регистрации оплату, или сейчас. Вот если вы заходите сюда в кабинет, да, под вашей фотографией есть партнер и есть пакет, какой у вас, да, на каком вы уровне. Скажем, я сейчас начала с прайма, хотя очень быстро думаю, что я повышу его на более высокий пакет. Но а где вы можете оплатить? Вот, начинайте отсюда. Не имеет значения, можете начать с любого места, и тогда вы можете оплатить здесь Level Upgrade, нажать или Партнер Upgrade, и вас выведет на оплату, на ту возможность, где выйдут платежные системы. Также Актив Партнер, то же самое, клик Upgrade, это если делать из кабинета. Кстати, из кабинета есть три возможности. Вы можете оплатить кредитами, если они у вас есть. Я напоминаю тем, кто работал раньше на спрингборде и продал какие-то товары, но не вывел, ваши деньги не вывели, посмотрите, у вас на балансе там, может быть, есть деньги. В частности, у меня были, и я оплатила именно с этой первой возможности кредитами. Поэтому вам даже не нужна Payza или карта. Если есть деньги, вы можете просто выбрать эту опцию и нажать Upgrade, и спишется сумма из кредита. Или же с баланса, это будет, как только вы начнете зарабатывать деньги, вы сможете уже платить с баланса, отключить ваши карты или с кредитной карты. Думаю, что добавится сейчас и Payza сюда тоже. Вот, поэтому есть такие возможности или сразу. Еще есть там система iPay, вы увидите, но это для азиатских стран, потому что они не работают с Payza, и вот эту возможность еще добавили. Итак, вы просто выбираете кнопочку, какой пакет хотите. Если вы еще не готовы оплатить партнер, тогда ставите точку на non, на первый, никакой, и просто оплачиваете пакет. Если вы уже готовы участвовать и в маркетинге, потому что что такое партнер? Партнер вам даст возможность, это 10 долларов, 9,95 в месяц, даст возможность зарабатывать именно в маркетинге, именно на приглашениях. А я думаю, что никому не надо обойти, никому нельзя обойти эту возможность. Здесь очень легко зарабатывать именно в маркетинге, сейчас я вам расскажу. Вот, поэтому вы еще ставите точку на партнер, хотя можете это сделать и в любой момент, потом позже, когда будете готовы, и оплатить, пройти процессом по платежной системе до конца и сделать оплату. Есть еще такая возможность, партнер плюс, это 20 долларов, то есть вместо 10 вы можете взять 19,95. Что это такое? Это дополнительная возможность, так, сейчас, вот партнер плюс, в нашем кабинете смотрим. Для тех людей, которые, да, здесь вот есть объяснение Кевина от компании, как с этим работать. Тогда вы платите 20 долларов. Это маркетинговая система, которая позволит вам здесь сделать лендинговые страницы, то есть страницы захвата, включить туда видео, вы знаете уже все это, да? Воспользоваться трафиком, создать компании, ну, этот, кто работает, например, с автора-сырщиками, такими как GetResponse,
или другими, тогда вы это все можете, и больше вы работаете на англоязычном рынке, есть различные, или работаете с теми сервисами по трафику, в которых вы можете там, платная функция, вы можете выставить просто эти страницы захвата, и таким образом быстрее приглашать людей, то вы можете платить сразу 20. Если вы еще не готовы, то пока не платите, чуть позже мы сделаем и наше обучение на русском языке, как этим пользоваться. Поэтому вам, в принципе, достаточно показывать и на 10. Так, вот я как бы все главное рассказала, ну а теперь я хочу остановиться на маркетинге, потому что маркетинг просто настолько захватывающий, что его нельзя обойти, и я с большим удовольствием, я вам его представляю, и здесь уже работаю, и вижу очень большой потенциал. Итак, план вознаграждения от Infinii, бесконечные возможности. Что же он нам дает? Итак, он очень простой. Здесь нет уже ни бинаров, никаких матриц, ничего подобного, что вы знали до сих пор. Он простой, можно сказать, линейный, но немножко гибридный, да? То есть какой-то элемент там от бинара может остался, но в лучшую сторону для нас всех. Вот, поэтому смотрите на него очень просто. Линейный, многоуровневый маркетинг и несколько простых бонусов, которые дадут нам ощутимые деньги. Причем конкретные деньги. Итак, первый это Jump Start бонус 25%. Что это такое? Это как только у вас покупает кто-то пакет, любой пакет, вы получаете 25%. То есть за всех членов по личной рекомендации, ваши личные партнеры. Но имейте в виду, это из новых, только за новых. Например, вы подписали человека, он оплатил пакет первый раз, вы сразу получите 25% от его пакета. Я хочу сказать тем, которые уже здесь давно, но, может быть, какое-то время не работали или работали, не имеет значения. Значит, сейчас, начиная с июня месяца, мы все участвуем в новом маркетинге. Поэтому, если ваши старые партнеры сейчас оплатятся, вы все равно получаете этот Jump Start бонус 25% за первый раз покупку ими пакета. Прекрасно, да? Поняли. Второй бонус, Milestone бонус, это как бы второй этап, на который мы очень легко выходим, очень быстро, кто немножечко что-нибудь сделает для себя. И вы можете получить тоже его один раз, то есть как только вы приобретаете статус. Здесь есть разные статусы в компании, но они в принципе у нас такие были, просто был другой маркетинг. И теперь, что же происходит? И когда вы только заходите в бизнес, вы считаетесь билдер, да, когда приглашаете двух партнеров, вы еще на статусе билдер. Как только у вас набирается необходимое количество баллов, которые мы сейчас рассмотрим по таблице чуть ниже, вы моментально выходите на статус менеджер, и вам начисляется плюс еще 50 долларов, вот к тем 25%. Как только вы достигаете регионального менеджера, вы получаете 100 долларов, национального 100, 350, глобального 500 долларов. Это один раз вам выплачивается, как только вы достигаете этот ранг, да? Ну, в сумме, скажем, если вы быстро проходите все эти ранги, это 1000 долларов. Я думаю, неплохо, а очень даже хорошо для быстрого старта. И к этому же бонусу прилагается дополнение, тоже очень сладкое и хорошее, Milestone Check Match дополнение. То есть, если ваши люди, которым вы поможете, или они сами настолько быстро добьются результата, что станут менеджером, региональным менеджером и так дальше, то вот за то, что они получат эти 50, 100 и 350 и так дальше долларов, вы получите еще 20% от их вот этого начисления, если это первый уровень для вас. И 10%, если это второй уровень для вас. Отлично, идем дальше. Третий Infinity Pay бонус. Начинается бесконечный доход. То есть компания учла все минусы прошлого и добавила все плюсы будущего. И очень хочет, чтобы мы с вами все здесь зарабатывали из разных ворот, так сказать, по разным возможностям. И поэтому не делает никакого обрезания. Будете работать. Пожалуйста, вы активны, зарабатывайте. Поэтому нет никакого ограничения, открывается безграничный доход в глубину. Поэтому и называется этот план вознаграждения «Бесконечные возможности». И здесь вы сможете зарабатывать 10% от товарооборота всей вашей глубины. Вот, имеется в виду, конечно, по каждой ноге, каждой ветке как бы свои 10%. Так, это Infinity Pay.
к которому мы очень будем быстро все стремиться, потому что именно там начинается наш пассивный доход. А вы все, я думаю, любите очень пассивный доход, как и я его обожаю. Когда можно уже расслабиться, и даже если ничего не делаешь, все равно получаешь деньги. И они только увеличиваются. Главное поддерживать структуру, помогайте, и чтобы дальше люди дублицировали друг друга и понимали, что нужно развитие. И следующий бонус – это Infinity Match, четвертый бонус, который даст вам возможность получать именно свой процент от того, от тех 10 долларов Infinity Pay, ваших партнеров, которые они заработают, да, ну, скажем, это тоже зависит от статуса. Если вы выйдете на региональный менеджер, то вы будете получать 5% от каждой ноги в вашей глубине, их от их 10%. Если вы национальный менеджер, значит 10%, если вы выйдете на директора, значит 30% от этих 10%, от каждого, да. Вот, и наша задача выйти на Global Ambassador. Это вообще уже чувство, да, миллионера, поэтому будете получать полностью 100%. Вот, и это совершенно возможно, потому что это не так сложно сделать, если вы будете определять этому какое-то внимание, относиться серьезно к вашему труду, к вашей работе. И причем, если вы немножечко, даже вначале уделите внимание и все быстро поймете, то дальше все на автомате у вас пойдет. И дальше у вас, в принципе, не надо будет особого времени уделять, просто иногда поддерживать свою команду. Поэтому еще что хочу сказать, что этот компенсационный план или маркетинг-план самый лучший на данный момент. Даже я могу это подтвердить, потому что работала в разных компаниях с разными маркетингами разные годы, да, и мне очень нравится изучать новые маркетинги и нравится их сравнивать. Я всегда ищу самый лучший, потому что, ну, почему тратить время, одно и то же время на что-то, что не очень эффективное. Лучше потратить то же время на что-то более эффективное, добиться лучшего результата намного быстрее. Поэтому на данный момент это самый лучший маркетинг-план, чтобы вы знали. Плюс еще то, что здесь есть холдинг-танк. То есть, что такое холдинг-танк? Такого нет нигде, ни в одной компании. Это изменение игры. И интерпретация компании, то, что она создает и реализует совершенно новый бизнес-план и другой способ действия. Такого не было еще раз повторю. То есть мы сейчас абсолютно легко можем передвигать наших людей, наших личных приглашенных, которые оплачены, в наших структурах и ставить их под тех людей, под кого мы хотим, тоже в наших структурах, даже если это для них разные ветки, да, может быть, у нас там несколько человек, или много, или мало, неважно, личных, но друг для друга, для них это разные ветки, но мы, тем не менее, как спонсор над ними, можем представлять, и зачем это делается? Это делается из тех соображений, что таким образом мы можем быстрее им помочь выйти на ранги, на статусы. А если мы им поможем, они быстрее получат вот эти все бонусы, которые я вам перечислила. Если они получат, то и мы, соответственно, за их же бонусы опять под дополнительно матчи бонусы получим. Понимаете, насколько это удобно? Такого нет нигде. Причем можно передвигать практически не только одного человека, а уже с его созданной структурой. Вот этот ход конем, как я его называю, изюминка данного маркетинга, который обязательно все вы должны использовать на ваше благо, на благо вашей команды и ваших достижений. Итак, это холдинг танк. А теперь посмотрим небольшой пример, как же можно и сколько можно зарабатывать, допустим, в этом маркетинге. Итак, вот на слайде мы видим небольшая структурка. Иван, скажем, это вы, да, пригласили троих человек. Олег на пакете Prime 50 долларов, Ольга на Search 150 долларов и Сергей зашел на Excel 400 долларов. Значит, смотрите, что вы здесь имеете. Итак, по количеству баллов вы заработали 600 очков, да, 600 BV баллов. Но что это вам дало? Значит, вы быстро выходите на ранг менеджера, да, это наша первая задача. Кто-то может и даже перескочить и выйти выше сразу, в зависимости, как он приглашает, да. Вот, потому что для менеджера надо, чтобы у вас было количество баллов 400. А здесь, скажем, у Ивана уже 600.
Что в этом случае? В этом случае ему есть небольшое как бы обрезание, потому что это предусмотрено тем, что компания распределила очень правильно деньги, то есть должен быть откуда-то доход, куда-то отход, да, распределение денег. Здесь же есть математическая формула, это не все не так просто, да, чтобы всем хватило на определенные начисления. И чтобы у компании был какой-то еще свой доход на различные расходы. И поэтому нам не за 400 баллов будут начислять, а за 240. Главное добиться 400. Но за 240 вы получите сразу менеджера и при такой расстановке, при таких приглашениях, и уже заработаете за 3 пакета первый бонус и 50 долларов за второй бонус. Да? Вот, Иван, скажем дальше. Вот, вот, пожалуйста, пример, 25%, то, что я вам говорила, первый бонус. То есть, Олег, например, за 50 и так дальше, что вы получаете? Например, если человек на Prime зайдет, 25% – это 12 долларов 49 центов вы получите сразу. А Ольга, например, зашла на 150 долларов пакет, я уже округляю, потому что так легче объяснять, да, 25% это 37 долларов 49 центов. Тоже неплохо, достаточно хорошо. И если у вас человек зайдет на Excel, это 20%, то считайте практически 100 долларов. Итак, вы заработаете только на первом бонусе 149 долларов 97 центов за троих человек, если они зайдут вот на разные пакеты. Что я могу сказать? Могу сказать, что, конечно, каждый сам тут думает, на какой пакет ему заходить. Чем выше пакет, тем быстрее вы добьетесь рангов, это понятное дело. Например, есть страна Корея, которая завела 2000 человек, лидер, и все практически на пакеты Excel зашли, потому что им, они пока не могут торговать вот на eBay, но они увидели весь шоколад именно в маркетинге. Поэтому они, несмотря ни на что, зарабатывают, приглашают людей именно в маркетинг и уже зарабатывают отличные суммы денег. Поэтому выгодно, конечно, чем дороже пакет, тем лучше. Вот. Ну, если вы не готовы еще, ничего страшного, можете начинать с 50, поэтому в таком раскладе вам чуть больше людей надо будет пригласить. Но даже если сравнивать со старым маркетингом, то там нам надо было пригласить 8 человек, чтобы вы вышли на ранг менеджера. Здесь же вам достаточно 4, и вы уже менеджер. То есть намного усилий меньше, но результат намного больше. А теперь вот второй бонус, Милстон бонус Ивана, что он здесь получает, вот три пакета те же, да, 50 долларов, да, он при этом раскладе вышел на менеджера и получил 50 долларов еще плюс к этому. Вот теперь вступает уже в силу холдинг танк, о котором я вам говорила. Например, вот под ним его приглашенные уже тоже сделали свое дело, пригласили 2 человек. Например, Олег пригласил Петра и Свету, а Сергей, Инну и Лену, да, 2 клиентов. Причем, хочу вам сказать, вы должны немножечко понимать разницу клиенты и партнеры, да, я вам говорила, что клиенты – это те, которые покупают пакеты, а партнеры – это те, которые платят по 10 долларов или 20. Ну, скажем, остановимся на 10, чтобы вы не путались. Поэтому мы, в принципе, чтобы знали, зарабатываем только от клиентов, от пакетов. Если у вас люди просто зайдут на 10 долларов, то вы с этого ничего не заработаете. Поэтому смысл просто заходить на 10 долларов нету. Есть смысл зайти на пакет. Тогда вы сразу получаете бонусы и ваши value, ваши поинты. А 10 долларов даст вам просто возможность получать эти деньги. Потому что если вы просто зайдете как клиент, но не зайдете на 10 долларов, даже у вас там 50 человек оплатится, вы не получите ничего. Поэтому имейте в виду. Если вы хотите получать и по маркетингу, обязательно надо оплатить и пакет, и партнерский статус, 10 долларов, как минимум. Что еще хочу сказать, то, что я говорила о маркетплейсе. Когда на маркетплейс мы будем приглашать продавцов, мы уже их можем приглашать, или поставщиков, то в процессе того, когда они пройдут проверку их, допустим, с их товаром на маркетплейс, они тоже должны будут купить пакет, по крайней мере, 50 долларов Prime, чтобы иметь доступ, да, к площадке Infinity. Поэтому они у вас будут как клиенты. Скажем, их не интересует маркетинг, они не будут приглашать, да, но они уже зайдут как клиенты. Естественно, вы получите за них баллы еще как клиенты. Плюс еще и за товары, которые я говорила, когда будут продаваться.
Поэтому и вы сможете их как клиентов по этому холдинг-танку ставить под кого вы хотите, под тех людей, которые у вас работают, помогать им выходить на ранги. Понимаете, какая выгода со всех сторон для нас всех здесь открылась? Итак, вы поняли, что, допустим, Олег и Сергей уже пригласили по два человека под собой, которые купили пакеты, они имеют статус билдер пока еще, но зато это им открывает право руководить своим холдинг-танком. Они уже могут переставлять людей. Что такое холдинг-танк? Я вам как бы общую картину дала. А теперь правила его, руководство, правила, как им пользоваться. Итак, вы можете переместить, вы как спонсор, в своем холдинг-танке можете переместить только своих лично спонсированных клиентов. Да? Второе, вы можете их переместить только один раз. Если вы сделаете один раз, вы потом передумаете, вы уже не сможете это поменять, поэтому будете 7 раз мерить, один раз отрежете, да, кого под кого вы хотите поставить. Третье, перемещение под ниже стоящих партнеров, ваш личный все равно остается вашим личным клиентом, и все бонусы за него вы получаете, вы ничего не теряете. Четвертое, постоянные клиенты, это большинство из нас, мы с вами, те, которые уже в какое-то время раньше начали работать в Infinii, кто-то активный, кто-то неактивный, но сейчас опять хочет начать. То есть он есть у нас в структуре до 30 июня. Мы называемся постоянные клиенты. И вы будете иметь возможность перемещать любого из ваших лично спонсированных клиентов в течение этих 30 дней, начиная с 1 июня. Да? Это такое правило. Если человек оплатился, скажем, 1 июня, значит, у него срок до 30 июня, его надо переместить, что и будем мы сейчас делать. Но также в кабинете там у каждого есть часики, да, может быть, я еще успею вам это покажу, где, или сделаю для этого особенный тренинг, думаю, в ближайшие дни, потому что нам уже надо будет перемещать людей и покажу, как это правильно делать. И пятое, новые клиенты. Новые клиенты – это те, которых вот сейчас мы будем приглашать, и они первый раз будут проплачивать пакеты. Они тоже считаются новые. И вы будете иметь возможность перемещать их один раз в течение первых 30 дней с момента оплаты их пакета. Вот они оплатились, все, счетчик включился, имеете 30 дней, чтобы их переместить. Конечно, вы можете не перемещать, это как бы не обязательно, не заставляет вас компания. Но есть такая возможность, почему не воспользоваться, чтобы быстрее помочь своим же партнерам выйти на статус и получить больше денег. И они, и вы в том числе. Перемещение кого-то, его бонусные начисления как спонсора не изменятся. Все остается согласно маркетинговому плану, то, что я вам говорила. И одна из самых больших преимуществ для Holding Tank является достижение более высокого ранга. Итак, друзья мои, наш успех – это успех в команде, потому что чем больше мы будем совместно работать, помогать друг другу и использовать возможности Holding Tank, тем быстрее все и больше заработают, и тем быстрее все будут довольны. Да? Поэтому наш девиз – помоги своей команде. Вот как это сделал, например, Иван. Переставил своего четвертого личного приглашенного Юлю под Олега. Да? Получилось, что Юля для него как бы второй уровень, но это все равно его лично приглашенный, он за нее получил то, что он должен был получить, это первый бонус 25%, и 100 бонус, и так дальше. Да? Вот на этом примере вы это видите. Теперь, что дальше? Таким образом, он что сделал? Он и себе хорошо сделал, и Олегу, первому своему партнеру, под которого он поставил Юлю, у которого, значит, у Олега было двое, он ему поставил третьего. И таким образом он быстро увеличил баллы Олегу и быстрее помог ему выйти на статус менеджера. И Олег получил и статус менеджера $50 и получил милстол бонус за партнера Юлю благодаря его спонсору Ивану. Вот что значит взаимная помощь. И таким образом и Иван, естественно, получил больше. Вот Иван заработал от Юли 99-95, то есть он все равно, даже если переставил, он не потерял свои 25%, потому что это его личный приглашенный, тоже очень классно в этом маркетинге. Дальше, смотрите по этой таблице, когда Иван помог Олегу стать менеджером, то сам он достигает очень быстро ранга региональный менеджер. И, конечно же, это что? Это 1200 баллов уже, нужно иметь, да, чтобы достичь регионального менеджера. Поэтому
Есть разные пути. Вы можете сами приглашать своих личных, да, на пакеты и таким образом накапливать себе эти 1200 долларов и выходить на региональный менеджер. А можете, если у вас есть несколько уже приглашенных людей, помогать ставить под них людей в глубину. И таким образом быстрее они выйдут и они вас же вытолкнут на ранг. Поэтому в этом маркетинге очень выгодно работать в глубину. Вам достаточно сделать три как бы главные ваши ноги или ваших членов, от которых пойдет все дальше развитие, а остальных ставить в глубину под ваших людей. И таким образом эта стратегия даст возможность зарабатывать нам быстрее и лучше, и больше. К чему мы, естественно, все стремимся, да? Вот здесь образец также Ивана по пакетам, сколько балл, и все это вы видите, как он получил этот статус регионального менеджера. Ну а дальше мы уже стремимся к национальному 3500, глобал 10000 и так дальше. То есть процесс уже пойдет. Теперь, значит, следуем дальше. Что у нас тут еще интересно? Например, Иван региональный менеджер. Что здесь еще? Я не сказала, независимо от того, на какое место Иван переставит своего личника в генеалогическое дерево, скажем, Олега или Ольги или Сергея, он все равно будет получать такой же доход. Это называется в маркетинговой индустрии спилловер. Вы все уже знаете спилловер, переливы, все их любят, да, в разных компаниях они были и есть. Но там было или спилловер в матрицах, или что-то другое. Здесь он намного лучше. Потому что это холдинг, там, в котором вы сами можете, если в тех системах нам система кидала куда-то человека, под кого она считала нужным, или так было сделано, и мы ничего с этим не могли сделать, или, может быть, даже особого эффекта от этого спилловера и не было, или, скажем, в том же бинаре, да, есть в одной ноге от спонсорской ноге, если активные спонсоры, то там, может, и миллионы долларов уже по баллам насчитаны, но если человек не делает свою собственную ногу, то этот спилловер ему там особого благоденствия и не сделает, потому что ему, чтобы получить деньги, вы знаете, по бинару надо закрывать две ноги постепенно, да. Вот, так здесь этого уж делать не надо, мы поставим туда, куда мы хотим, и таким образом, куда бы мы ни поставили, мы все равно будем в выигрыше. Естественно, что рекомендация здесь ставить именно под работающих людей, а не просто под пустых людей. Потому что, ну, особой помощи тем, которые не работают совсем, вы не дадите, ну, чуть-чуть там баллов прибавите, да. Ну, может быть, для некоторых и надо иногда, чтобы им дать какой-то стимул, но если у вас человек, вы видите, работает, ему буквально немножко не хватает, чтобы быстро дойти до ранга, ставьте именно под этих людей. И таким образом вы быстрее ему поможете, естественно, и себе. Именно эту стратегию разрабатывайте, когда будете делать перемещение в холдинг-танке. Преимущества. Я вам уже рассказала, да, что ничего от вас не уходит. Даже если вы перемещаете людей в очень низкую глубину, то есть сейчас есть возможность, вы будете строить, и даже новые люди придут, вы можете поставить под кого-то, где-то внизу, потом следующих, вот, и так быстро начинает строиться. Это все кирпичик по кирпичику, и даже структурами. То есть пока вы там будете, ну, например, да, скажем, я еще не готова, не переставила, да, потому что ближе к концу месяца буду переставлять, еще пока смотрю, как у меня выстраиваются там люди, кого под кого ставить. И уже под некоторыми людьми структура строится, понимаете? А я возьму, переставлю этого личного человека под другого своего личного человека. И что это означает? Это означает, что сразу с этой структурой он даст мощный подкормку в баллах тому, под кого я его поставлю, готовой структурой. Понимаете, это просто игра в денежные пазлы. Вот, что такое холдинг-танк. Возьмите себе на вооружение, обязательно всем рассказывайте об этом маркетинге, этой возможности заработка. И даже если кто-то, я слушаю от многих людей такие, значит, ну, как бы выражение, это их личное мнение, я уважаю мнение каждого, что вот я не хочу, например, мне очень нравится Infinia, меня интересует, но я хочу обучаться только торговле, и меня не интересует маркетинг, не приглашение. Или я зайду, но я пока сам не буду иметь результат на торговле, я не буду приглашать сюда людей. Я скажу, не делайте этого, это ошибочное ваше мнение. Обязательно заходите в маркетинг, вы сможете сюда пригласить, потому что скоро люди сюда сами будут приходить.
Но вы потом пожалеете, если вы не оплатите этих $10 и не будете зарабатывать по маркетингу, такому легкому и такому эффективному. И вы не потеряете деньги, потому что на торговле вы можете в первый месяц не заработать, о чем я и говорю многим своим партнерам, предупреждая их. Кто у кого-то есть продажи партнеры, которые за первый месяц добились отличных результатов и вышли там по торговле, имеют уже приличную зарплату, эту вот зарплату, которую люди имеют на земле, скажем, даже за первый месяц на торговле на eBay или Амазоне. А у кого-то еще не получается, не у всех одинаково. Больше надо учиться, дольше времени потратить, некоторые страны имеют свои сложности и так дальше. Это может занять месяц, у кого-то два, у кого-то три. Почему за это время, конечно же, вы оплатили пакет, и вас вот это болит, и вы начинаете нервничать. А зачем нервничать? Начните быстро приглашать людей, и вы не будете нервничать. У вас будут деньги от маркетинга, а вы себя обучаете с торговли. Поэтому не отказывайтесь от такой возможности. Ваш результат, это будет ваш результат, но на маркетинге вы быстрее его покажете, понимаете? Заодно и те еще возможности, которые имеются в Infinii для заработка в других источниках. Вот на этом слайде вы видите, что несмотря на то, что, допустим, региональный менеджер надо, чтобы получал деньги, надо 1200 баллов, зарабатывать вы будете, то есть оплачиваться будете за 720, и аналогично другие вот статусы, менеджер за 240, региональный 720, я уже сказала, национальный 2100, глобальный 6000. То есть вам надо сделать, скажем, 10 тысяч баллов, чтобы стать глобальным менеджером, это в теории, то есть оно будет у вас сразу в кабинете видно, что вот купились такие, продались такие пакеты, да, лицензии вашим партнерам, и у вас начисляются баллы, они у вас растут. Вот вышли вы на 10 тысяч, но деньги вы получите за 6 тысяч, чтобы вы понимали это правильно и не обижались, это нормально. Вот, кстати, хочу сказать, что деньги, как мы будем здесь получать, начисление по первому, второму бонусу 25% инстанс будете иметь, то есть инстанс сразу 25%, инстанс будет в течение недели, и остальные по маркетингу в течение недели или смотря тогда, когда вы выйдете на статусы, но вы будете их видеть в статистике, но взять, так сказать, положить себе в карман вы сможете через 2 недели. Потому что освобождение денег будет к доступу через 2 недели. То есть каждые 2 недели вы сможете иметь свежие деньги. Почему так? Потому что здесь существует правило гарантия возврата. То есть если человек передумал, оплатил пакет, он имеет право в течение 14 дней попросить возврат денег, ему вернут. И поэтому из-за этого есть такой вот холдинг, то есть есть такое ожидание этих денег, освобождение этих денег для того, чтобы оплатить нам, тем людям, которые заработали, которые привели этих людей. А, вот это вот, вот вы видите эти бонусы, да. А теперь Millstones, Check Match. Это то, что я вам говорила, когда вы помогли вашим людям стать на менеджера, значит, вы заработаете с первого уровня 20%, с второго уровня 10%. Вот, за личных ваших и за личных ваших людей. Это только 2 бонуса, да? Вернее, это уже дополнение к второму. Вот, например, Иван получит 20% от заработанных Олегом $50 Millstones. То есть Олег вышел на менеджера, ему дали $50, а Иван за то, что ему помог, потому что поставил под него Юлю, быстрее ему помог, он заработает еще $10 плюс чек матч. И так дальше. И так сыпятся денежки за всех, от всех с разных сторон. И почему бы нет? Если очень легко, можно их увеличивать. Вот, к примеру, Infinity – это 3-й бонус, когда открывается глубина 10% от всей глубины. И вот, например, от этих людей, которые в данной структуре, только за этот бонус Иван получит $140. Это только один этот бонус. Плюс еще те, которые два, которых я рассказала, вернее, 3 было, это уже 4-й пошел. Ну и плюс еще, вот как это начисляется, да, вы видите, Олег набрал 650 волюм, да, за своих партнеров, которые под ним, и получил 10% Infinity Pay, это $65, да. Ольга, например, имеет 150, вот, что касается Ольги, видите, она в серединке, очень интересно, кстати.
Она стоит, никого не пригласила. Она сама зашла на Puppet Search и вот интересуется только торговлей. Сказала, на трез я не буду никого приглашать, я хочу обучаться торговле. Все. Окей, нет проблем, говорит компания, делай что хочешь, твое право. Значит, ну вы все равно, если вы ее спонсор и вы оплатили 10 долларов как партнер, вы получаете эти баллы за Ольгу, 150 баллов и 10% от данных начислений, это 15 долларов. Хотя Ольга никого еще не пригласила, ничего не делает. И так дальше. Вот это Infinity Pay. Здесь сумма 140 долларов. Имейте в виду, что заработок за каждую линию не больше указанной суммы в таблице. Да? Вот, согласно таблице, это все умно и правильно. Дальше. Значит, что у нас тут еще осталось? Infinity Match Олега, то есть партнера Ивана. Мы смотрим, это как пример тоже, да. Вот, например, что Олег получает за своих троих партнеров. Юля зашла на 400 XL, 400 баллов, 10% это 40 долларов. Петр зашел на пакет Prime, 50 это 10%, 5 долларов. Света на, извините, Света зашла на 150, 10%, 15 долларов. Итак, сумма 60 долларов. Плюс еще заработал Олег Infinity Match бонус. А Иван, как его спонсор, за то, что он это заработал, получил свой дополнительный матч бонус от Infinity. То есть последний четвертый бонус 5%, потому что он сам на региональном 3 доллара. Если он будет амбассадор, то он тоже получит 100% 60 долларов только вот за Олега. Понимаете? Вот поэтому этих ног у вас может быть в процессе очень много. Из каждой ноги свои 10%, 5% и так дальше. И чем выше ваш статус, тем больше у вас будет все тянуться и все расти. Вот на этом, допустим, слайде вы видите общую сумму заработка дохода Ивана за этих несколько человек, которые у него в структуре. Первый Jumpstart бонус за 4 249 или 250 долларов. Второй, он вышел на регионального менеджера, значит, получил плюс еще 100 долларов. Третий Infinity Pay вот за всю структуру по 10 долларов, это еще плюс 140 долларов. И Total Infinity Pay вместе все, тут плюс еще за Олега, значит, получил он 552 доллара 96 центов. Это только первый шаг, первый размах. А дальше он войдет во вкус и увидите, как он быстро начнет приглашать людей, потому что такие деньги так легко найдите еще где заработаете. Да еще в таком надежном, в таком долгосрочном бизнес-проекте, который просто сказка, действительно в реале, который дает возможность вам обучиться и зарабатывать всю вашу оставшуюся жизнь и вашим детям помочь, и даже еще внуки могут тут зарабатывать в свое время деньги. То есть возможности для всех, а уже от вас зависит, какой путь вы выберете, на какую эстафету выйдете и какую скорость включите. Итак, вот, пожалуйста, примеры. Менеджер за неделю можно стать, и цель 500 долларов как минимум в месяц, да? Всего 1200 баллов нужно. Затем стремимся к национальному менеджеру. Цель 2000 долларов. Помоги 8 человекам стать менеджером в вашей структуре, и будете иметь как минимум 2000 долларов в месяц. Естественно, они будут все время повышаться, потому что ваши люди уже там начнут сами работать, и все завертится, закрутится, и будет повышаться. Сеньор-директор, это превосходно для меня и для вас, 7500 долларов в месяц. Это когда у вас в структуре 50 человек станет менеджером. Ну, хочу сказать, что здесь на слайдах примеры захода, входа партнеров на разные, да, клиентам на разные пакеты, да, но если мы, например, берем пример, что все заходят только на Prime 50 долларов, то можем посмотреть на построение этой структуры как троица, да, помочь троим по троих, поставить и быстрее выйти на статусы, да, и таким образом вы быстрее будете выходить на ваши доходы. Я думаю, что прекрасно и вам всем нравится, потому что не может не понравиться такой маркетинг-план. Это только маркетинг-план. Я вам рассказала, какой доход может дать. Ну, а какой доход может дать торговля, это у всех по-разному. У кого-то это 25 долларов в день, 100 долларов в день, 300 долларов в день.
тысячи долларов, 15-30 тысяч долларов в месяц, у кого-то может быть 1000 долларов в месяц, только по торговле на Amazon, eBay, на разных площадках, кто-то уже выходит на миллионы. Есть партнеры в Infinii, которые работают год всего, но у них уже доход, товарооборот от продаж свыше 2 миллионов долларов. И это абсолютно реальные цифры. Они выступали на различных встречах сейчас Infinii, которые проводились в разных странах, в 7 странах уже проводились. И они там выступали, показывали свои чеки. Вообще все чеки показывают во всех группах уже есть, и в том числе на официальной группе Infinii. Поэтому никто ничего не скрывает. Infinii сделала многомиллиардный оборот, и ее, то есть свыше 2,5 миллиардов долларов, вам уже показывала, да, доходы, товарооборот Infinii за 2,5 года. И партнеры ее заработали свыше 390 миллионов долларов. Именно партнеры, вместе все взяты, которые работали на продажах. Поэтому вы для себя выбираете сами, где вам больше нравится и легче будет работать. Ну и плюс не забывайте, что сейчас скоро стартует Marketplace Digital цифровой, где даже мы сможем там наши какие-то цифровые товары вставлять, скажем, наши тренинги, у кого они есть, или какие-то видео записанные, да, которые кто-то, информационные продукты, да, это все называется, у которых есть у вас сайт или продаете вы, да, по какой-то цене, это все тоже станет возможным. И тоже мы сможем на этом зарабатывать. И плюс сигнал получше. Значит, возможности просто невероятные. Поэтому берите это все сейчас и приступайте к делу. В первую очередь, естественно, вам надо оплатить ваш вход, ваш пакет и партнерство. Что я как бы очень всем рекомендую, но уже не буду повторяться. Выбирайте ваш уровень и начинайте работать в Infinii с удовольствием. Все остальное приложится. Как только будет возможность по новым каким-то тренингам, я тоже от себя постараюсь сделать записи. Поэтому сейчас вот закончу полноэкранный режим и вернусь к вам в комнату. И в принципе я свою презентацию на сегодня закончила, хотя можно говорить здесь долго, потому что очень много возможностей, но время свое берет. У нас будут еще другие встречи. Итак, я готова сейчас ответить на ваши вопросы, если они у вас есть, пожалуйста.